Здравствуйте! Давайте сразу договоримся. Сегодня дышим, замедляемся и медитируем. Чем спокойнее мы будем с вами в этот четверг, тем лучше будет результат. Хоть день в целом спокойный и ровный, но есть небольшие предпосылки для никому не нужных споров. Оно вам надо? Поэтому расслабляемся и прислушиваемся к знакам Вселенной. Дело в том, что этот день перед лунным затмением, поэтому знаки будут, не проглядите. И внимательнее к интуиции, будет шептать истину. Еще удачными окажутся сегодня визиты к врачам, работа с психологом, решение финансовых вопросов, занятия любым видом творчества и романтические свидания тоже зайдут. Планируйте смело и пусть все будет хорошо. До встречи!